Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если ты тоже против наркотиков. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чентони, и сегодня у нас полицейская погоня в Лего-Сити за наркоторговцами. Привет всем, господа хорошие! Короче, я тут стою на углу возле пожарки, открыл такой себе багажник и продаю наркотики. Ай-яй-яй, у меня все хорошо. Какой дурачок вообще? Да, что дурачок? Какой-то это дурачок непонятный. Это мент вообще хуйло. Ну, а мент стоит и наслаждается этим. Окей, короче, мы спалили мента, надо удирать. Да ладно тебе. Просто топим, топим. Джонни, мочи его, Джонни! Лови его! Слушай, а у меня что-то прямо она как Волга наша. Как Волга? Волжаночка? Как корабль вообще. Нормально, это хорошо. Кстати, у меня сзади в машине решетка, я тебя туда посажу. За нее. За решетку за да, машине. Да, да. Новый вид сажания в тюрягу за решетку в машине. Да, да. Я там понял тебя. Место тебе и твоим наркотикам. Я их съем, братан, и ты меня не повяжешь. Еху! Бау! Пошел ты. Вот поэтому я притормозил. Да, не, ну если просто, не ты, я бы зашел бы нормально в поворот. Да, конечно. Вообще как на изи. А я же бывший дрифтер, теперь полицейский. Бывший. Скоро бывший полицейский будешь. И нынешний труп. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, что творит? Джибой, минус здание, что ли? Не-не-не. Не-не-не. Блин, я думаю, короче, нам нужно сбросить наркотики где-нибудь. Открыл багажник. Джонни, выкидывай их, братан! Открыл багажник, ты как РПшку отыгрываешь, да? Ну, я реально его открыл. У меня открывается он. Так. Ну все, мы, короче, наркоту под елку скинули. Да я-то наркоту видел, где вы скинули. Мне главное тебя сейчас поймать. Господи, откуда ты взялся тут? Ай-яй-яй-яй-яй, я в поворот-то не вписался сразу, смотри, как нехорошо. Нифига нас заносит тут, смотри-ка. Ай, тара-па-пам! Это было немножко больно. Да ладно тебе. Полицейский, ну, разворот. Та-дох, 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 та-дох. Господи. Ну что, попался наркоторговец хера. А что у меня за херня впереди, я не понял. Опа! Это чей пукан взорвался, я не понял. Твой, братан, твой. А что он до сих пор лезет? Ну, он еще не сгорел, так ни хера ты. Это безумец, ты господи. Ты сгоришь со мной! Нет, не хочу. Блин, это было эпично. Так, надо наркотики закрыть. Блин, у меня наплавится пластмасса, епси. Господи, это было эпично, я серьезно говорю. Под поезд. Под поезд. Бам! Капец, это как минимум сотрясение. Это как минимум капец мне пришел. Блин, нормально так. У меня, знаешь, что проблема? Для того, чтобы, сука, завернуть поворот, нужно полностью тормозить почти. Слушай, какого хера ты не разваливаешься, слышь? Ну, у меня прочная машина. Да а ты что думаешь? Прочная? Мы до этого тестировали, я тебя разносил просто. Так мы лоб на большой скорости врезали. Давай тебе. Ух ты, я повать! Да ладно! Мощная твоя машина. Оу, я опять под пояс прыгнул, смотри! Господи, меня пояс собьет сейчас! Да-да! Нет, неудачник! Жестко меня, слушай. Нормально. А я, короче, смотри, у меня минус багажник, то есть наркотики как бы уже все разлетелись, но у меня 3 колеса осталось. Да, я заметил, да. Нормально, неубиваемая, хорошая машина, но что-то немножко не туда завернул я. Да дай проеду нормально, ёб твою мать, я же не могу разворачиваться. Не, ты не туда завернул, а я тебя толкнул в здание просто. Мент позорный. Тебе устрою мент. Смотри, в тюрягу со мной попадёт. Ёб твою мать! Она довольно-таки прочная. На тебе. Просто я на больших скоростях врезаюсь в здание, поэтому я разлетаюсь. Что ты вышла, слышь? Ой, у меня минус задние колеса, если ты не обратил внимания. Ты давай садись свою драчу, ебся. Нет. Воу! Что это сейчас было? Какого хера она у меня сальто-то делает, слышь? Не знаю, но это было красиво. Восстанавливаемся, восстанавливаемся, Джонни, восстанавливаемся! Что ты делаешь? Тебя бью. Полностью взрываю твою тачку. Полицейский мазохист, я понял. Лишь бы развалить тачку. Да, я хочу эту тачку.
Ты явно хотел так, чтобы сбить меня. Ты, наверное, метался, не знал, что сделать, да? На тебе. Сейчас на я тебе устрою. Сейчас я тебя схвачу и просто увезу в тюрягу. На! Ёпа-мать! И сам взорвался, что ли? Нет, ты взорвался, я думал. Ну ты меня просто раздавил нахер. Да, я через машину просто тебе вдарил, и ты взорвался вместе со своей колымагой. А движок-то чей? Не мой. Твой движок, значит, говорит. Мой, да, взорвался. Это было жестко, кстати, хорошая остановочка. Да. Прям через машину просто переехал. А я вот живой сижу, вот я такой вышел, чик, и пошел тебя сажать свою тачку, где ты там. Да. Подумаешь, пару раз под поезд попал, где как ни в чем не бывало. Где твой там труп, ёпсель? Вот он. Где? Под машиной где-то. Зажало. Ни хера тебя не вижу, слушай. Ну, я убежал. Началька. Что ж, ребята, такая погоня, сейчас поменяем машины и продолжим. Погнали. Ну что ж, ребята, полицейский ранним утром едет купить себе пончики. Дурачок какой-то. Сам ты дурак, я ты же... чё, пончики это традиция, еб твою мать. Да, а я вот поехал сразу и буду продавать наркоту. Наркоту? Оружие. Продай мне пончик с наркотой. Я тебе сейчас продам пончик с наркотой, иди сюда. А я тебя засажу. Так, чик, к первому дому. И тебе потом эти пончики знаешь, куда совать будут? К первому дому подъезжаем, чик. Др-р-р. Опачки. Что такое? О, опачки. Нет, ты сам мусора едут. Господи, валим отсюда. Нихера ты. Бодрый джипик, бамс. От винта. Норм. Слушай, ни хера, у тебя один каркас остался, да. Слышь. Не каркас, нормально осталось. Слышь, я тебе только что в бочину вдал, как у тебя колеса остались? Да у меня все осталось, у меня вообще колеса не отлетают на этой тачке. Да я вижу, а что это за дичь такая? В смысле дичь? Это нормально сделанная машина. Это дичь. Это дичь. В лобовуху, значит, не улетел. В жопу не улетел. Ну да. Или тебя вилкой лучше бить? Кстати, вилка как вариант. Ну-ка иди сюда. Кстати, он у тебя довольно-таки шустрый, охренеть вообще. Как так-то? Ну он да, он очень даже быстрый. Сотку за секунду набирает. А у меня нет. Мне, чтобы сотку разобрать, надо довольно-таки долго ехать. И то с горочки, да? Ну не с горочки, но, блин, у меня на четвертой передаче он только... Вау-вау-вау-вау-вау! Нихера ты там летаешь! Да я избавляюсь, да, от ненужных деталей здесь. Да я вижу. Откуда у меня колеса выпадают, я не понял. Так вот и я о том же, я потому что уже видел твои колеса как бы. У тебя значит там колесо в колесе, я понял. А, ну походу здесь два, да, колеса. А ты что, восстановил свою жопу, что? Так что там жопа-то, там ничего не было. Ни хера себе, там мы пытались так. Просто я врезался там сильно в здание, я сильно сам покрутился. Сейчас дрифт будет. Не будет. Нет, будет. Какие-то менты пошли смешные просто. Нет, ты очень быстро, я тебя так не догоню. Ну а что сделаешь-то? Преступники разные бывают. Так, тихо. Я понял. Сейчас из багажника достану кое-что. Так, успокойся, слышь, кого ты там достанешь. Это на случай важных переговоров. Да-да-да. Знаю я твои важные переговоры. Все, теперь нормально, теперь хорошо. Если полицейский не может догнать на своей машине преступника, значит нужно думать головой. Ай, тихо. О, начинается. Не вот рано ли вот ты ее достал-то? Не-не-не, минус колеса надо делать сразу. Угу. Только хер знает, ты в них попал хоть раз? Да, попал, да, сбил что-то. Ну вот, хорошо. Мы же как бы должны вас задержать-то живым. А если вы уже будете барыжить там, что-то брыхаться, то тогда уже... Можно я думаю, и пристрелить. Что это мало тебе что поможет. Слушай, а ты в курсе, что у тебя как бы этот... Покрышки пробиты. Ну да, я на них и еду. Что-то я не заметил. Я бы сказал, скачу на них. Да. Император расслоился, слушай, нормально. Ну она да, она какая-то плюшевая немножко в этом плане. Так, ну-ка, что начинается, слышь? Нормально же общались. Нормально же общались, что начинается-то? Я, короче, не знаю, сколько у тебя там колес внутри, но такое ощущение, как будто тебе парочку пробил, остальные едут. Ну что-то она прыгает у меня, едет. Так
потому что половина колес целая, а половина спущены. Надо провести следственный эксперимент, взорвать машину и посмотреть, сколько колес вылетит. Да-да-да, ну попробуй, попробуй. Ну и чё, здравствуй, петушара местный. Вон, опять минус колесо. Ты чё, думаешь, я не могу ехать, что ли? Да хорош, колеса-то свои расчехлять, алё. Пошёл ты. Ты мои колеса не считай, ты считай свои. Короче, вы поняли, да, эту жопу? Он подготовился. Естественно. Ну, господи, там уже ничего нету просто, алё. Ну все, она и не едет толком. Охренеть. Просто охренеть. Не машина, а беда какая-то прям. Это не беда, это супер ТАСС, ребятки. Ставьте лайк, если вам нравится вот такой вот пикапчик, который просто неубиваемый. Ну, кстати, реально неубиваемый. На тебе жопа. Смотри, у меня просто машина, смотри, расчехлилась. У тебя крыша разлетает. Да-да-да, нет, он каркас полностью снял. Охереть. Короче, я предлагаю проверить тогда, насколько расчехляется твоя машина. Ну, так ты попробуй ее расчехлить сначала. Для начала я расчехлю тебя. Давай, давай, расчехли. Упсик. Ну ты понял. Блин, она не ломается, да ладно. Я не знаю, как автор ее делал, из каких кирпичей, но она реально не ломается. Смотри, я вообще похер. Если учесть, что у нее колес нет, то уже как бы вообще в априори там. Да. А ее ты не остановишь. Ой. Я не знаю, что за машина. Она ненормальная, серьезно говорю. Так, слушай, у меня что-то выпало, крыша, по-моему. Главное, чтобы сейчас ты выпадешь, брата. Да, братан, плохие у вас там в полиции нынче машины-то. Это да. Достал. Моя машина тебя сама остановила без меня, ты видел? Да, я заметил, да. Господи, я тебя сейчас убью, братан. Остановись, иначе пристрелю. Я, говорит, тебя сейчас убью. Все, остановился? Ага, сейчас ты. И ты думаешь, нас так просто взять, что ли? Достал! Сэмочки, так неинтересно, да, друзья? Чё, а интересно, вот по-честному остановить, вот так все-таки и не получилось. Так, сколько колес внутри? Я надо не знаю. Ее сначала надо восстановить. Ее надо восстановить для начала. Вообще смотрится, как будто одно колесо. Хер знает. Да смотрится, как будто одно, но по факту вот, ни хера не одно. Двойные где колеса. Двойные? Вот они вылетели, да? Блин, ну это нереально, это ни хера не два. Одно поехало. Второе поехало. Не, по два все-таки. Да, по два. Блин, ну он очень прочный, ты смотри, он даже базуку сколько держит. 12 колес или что, 16? А, не, подожди, 8, господи. 8. Блин, ребят, ну это действительно очень хороший пикапчик, он реально добротный. Да. Прям вообще жесть. Без эмки я бы тебя точно не остановил пистолетом, потому что это нереально пробить, мне кажется, было бы колеса даже. Да, ребятки, поэтому если вам понравилась данная погоня, обязательно пишите в комментариях, ставьте свои лайки и, в общем-то, всем до скорой встречи и пока-пока. Да, ребятушки, пока-пока.